Всем привет, друзья, с вами Кинник, и здесь у нас поместье, вы можете наблюдать. Короче говоря, вот много ходит всяких легенд насчет того, что стоит ли вообще ставить конюшню, либо нет, но я как не могу это не проверить, что стоит ли она того или же нет, поэтому я специально вырастил 20 коников. Все-таки надеялся когда-то, что они станут сразу второго ранга, а тут или первого, или второго. Процент какой, тоже соотношение не знаю. Я их снимаю, и давайте чуть-чуть порулим. Для начала надо открыть всех коней и посмотреть, стоит ли вообще их выращивать. Это реально какой-то... Овсянка же все-таки требуется, и овсянка в основном юзается на PvP, поэтому люди ее мало кто юзает. Итак, поехали. Первого, второго, второго, первого, второго, первого, первого, опять первого, опять. Короче, я думаю, все понятно, да? То есть нету смысла ради парочку коней, мы их сразу же сольем, это все юзать, потому что жесть. Расход большой, а толку никакого. Еще раз открываем. Опять первого, первого, второго. Короче, это жесть. Оно того не стоит. Ну, раз начали крутить, значит, так и будем. Рысь, наверное, тоже надо слить. Пофиг на нее. Так. Да, все на первое. Просто жесть. Жесть. Эх, не стоит оно этого мучения. Так, вот в броне я еще оставлю. Пускай будет. И у меня тут еще выросла парочку коней, которых тоже надо посливать. Так, у меня много второго, поэтому я хочу покрутить. У нас есть грифончик. У меня здесь есть навыки на него, конечно же. Вот такая вот штука, сопротивление луку, либо бутылками. Но я, наверное, его все-таки солью, он бесполезный. Отлично, сразу третьего и сразу дерьмо. А дальше еще одного коня можно залутать и ждать просто следующих каких-то маунтов. Да, супер везение, которое у нас не выходит. Все, теперь три коня, а у меня еще один слот. Добавить ячейку за хрену кукуева. А, ладно, мы это делать не будем. Можно по три коня, но тут уже не буду, наверное, рисковать. Ну ладно, один раз рискнем. Да. Хотя можно еще раз, да? Не, ладно, пофиг. Лучше уже хоть что-нибудь. 100% будет дроп. И здесь как раз 4 коника у нас тоже мы обменяем также. Офигенно, просто офигенно. По 5% полного дерьма. У меня есть еще мишка. Еще 3 коника. Чик-чик-чик. Супер, повезло. А у меня что? По итогу. У меня остался волк. Сопротивление его можно слить. У меня остался этот универсальный. У меня есть мишка. Мишку надо ролить по любасу. Хотя, знаете, что там у меня на нем? Урон по людям. Можно сделать вот таким образом. Так, ставлю рандом. Ставлю вот так. И видите, у меня маунт. Возможность на черного будет. Это будет вообще прикол. Четвертого и рыжий бомж. О, боже, сразу. Вот медведь юзается, я не знаю, как у вас, но у меня он юзается прям моментом. И топ-навыки на него у меня... пока никаких нету. Хотя у меня есть несколько медведей. У меня вот этот идет на 21% на лук, сильван, охотник и так далее. Кто носит луки, я его оставил. Здесь я тоже его оставил. И здесь у меня, получается, тоже остается. У меня 2 четвертых медведя бесполезных. О, может заюзать, а? Как думаете? Фиг его знает, что тут. Этого оставим. Третью еще можно крысу вот крутануть. Крыса у меня вот тут, сопротивление урона от монстра 15%. А здесь мне не надо, потому что у меня виверна идет универсальная. Кстати, она у меня идет 14%.
вообще на любое оружие, это Водяня. В принципе, неплохо. И вот здесь боевым посохом дополнительный урон монстров тоже нам не надо. Соответственно, мы крутанем нашу крыску и, возможно, получим какой-нибудь навык. А получим мы по самое не хочу. Полное дерьмо. А дальше, 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 дальше. Все, у меня есть волк. У меня есть волк, у меня еще одна есть крыса. Опять надо ждать 50 лет, чтобы нафармить этих долбанных коней. Ладно, короче, сам смысл был в том, что посыл был в том, что нет смысла растить, ставить конюшню. Я думаю, разработчики все-таки прислушаются и будут поставить реально второго ранга сразу. Потому что видите сразу сами, что сливается это очень быстро, а фармится это месяцами, блин. Ладно, годами тут уже не буду. Вот такие дела.